Здравствуйте, дорогие друзья! Это я, мастер Катя. Приветствую вас на своем канале «Ключи счастья». И мы начинаем. Это порча на внешность. Древнейшая часть любовной магии. Пожалуйста, моралистов прошу оставить мнение при себе. Кто решил делать, тот сделает. Кто решил не делать, тот не делает. Обсуждать тут нечего. Проводится этот обряд на растущей луне в понедельник ближе к полуночи. И нужно фото жертвы с лицом крупным планом. И красная восковая свеча, полностью прокрашенная, красного воска. Если у вас нет фото, это все спрашивают, а, конечно же, в древние времена никаких фото ни у кого не было, то вы используете нарисованное крупным планом лицо жертвы условное, с глазами, с носом, с ртом и подписанное именем того человека, которого вы портите. Мужчина или женщина, это не имеет значения, потому что, ну, понятно почему. Прыщи, бородавки и прочие всякие страшные вещи, они, в общем, личную жизнь могут испортить и мужчине, и женщине, особенно если смазливой. Вам нужно зажечь свечу эту, берите маленькую и капаете на фото воском прямо на лицо. Не заливайте, это не нужно, тут не в количестве дела, а так с удовольствием капелька за капелькой. И 5 раз читаете заговор. На порчу. Итак, вы прочитали 5 раз, и теперь вам нужно продолжить обряд. Вы берете это фото и выбрасываете его туда, где есть желательно дерьмо. Ну, по каких-то сельских местностях это обычно туалет деревенский, своя выгребная яма. В городских условиях это туалетная кабинка, допустим, вот в парках есть. В общем, какое-то такое вот отхожее место нужно найти и туда выкинуть. Что можно добавить? Будьте осторожнее с этим. Обряд работает в большинстве случаев, если вы хорошо сделали и вложились эмоционально. Но после того, как вы его сделали, постарайтесь отвлечься, потому что иногда бывает так, что фантазии и мечты о том, как это все будет на лице у соперницы, настолько сильны, что все это появляется на лице оператора. Вот, такие случаи бывают. Будьте осторожнее, колдовать надо хладнокровно. Успехов вам, друзья!